Тогда начнем. Ну, последнее, так сказать, такое, по крайней мере, мое лично последнее в этом году выступление в Иркутске. В этом, ну, все-таки научном. Вот. И я вообще думал о нем еще в сентябре, о том, что рассказать вот такой, как бы, ну, можно сказать, уже новогодние лекции. Хотя до Нового года еще некоторое время. Вот. А? День рождения матфака, да? А, ну тем более. Так я, наверное, получается, что... И сейчас, наверное, там как на самом деле много народу празднует, да, где-то? Сегодня, собственно, концерт был. Понятно. Ах, вот что, это шарики, это с днем рождения матфак, да? Да. Все понял. Там вот колонны стоят. А я не заметил. В общем, я думал над тем, о чем рассказать, и в результате я скомпоновал, у меня было несколько выступлений, некоторые из них были перед школьниками, некоторые перед аудиторией там не математической, и в общем, я сейчас скомпоновал их в некоторую тему, которую я бы кратко назвал, вот здесь длинное название, мозаики, укладки, раскладки, узлы, о знаменитых проблемах элементарной геометрии, но я бы назвал кратко это таким образом. Доказательная геометрия. Что такое доказательная геометрия? Ну, тут, наверное, нужна какая-то аналогия. Что бывает доказательная? Медицина бывает доказательная, да? Доказательная медицина. То есть, когда утверждается, что, ну, наверное, от того, что вы пьете водку, вы меньше живете, да? Но это утверждение такое, просто медицинское, абстрактное медицинское утверждение. А утверждение следующее. Проведено исследование именно в рамках доказательной медицины. Доказано, что увеличение потребления водки на там, 3 тонны в год уменьшает продолжительность жизни на 3 года в среднем. Да? Вот это уже доказательная медицина. Вот. Ну и как бы в этом же плане геометрия, на самом деле, до какого-то момента она не была доказательной. То есть, что было в геометрии 300 лет назад? Ну, было, например, известно, что можно циркульную линейку построить такие-то и такие-то фигуры. И, с другой стороны, не было известно, как построить фигуру, ну, скажем, как построить куб, который вдвое больше по размеру, чем исходные данные. То есть, как построить, ну, корень кубический из двух, да, с помощью циркуля линейки, вот такой отрезок, если у вас есть единичный отрезок. Или вам дан угол, самое простое, вам дан угол, нужно его разделить на 3 равные части. И до какого-то момента геометрия, она как-то находилась вот в таких рамках, что вроде бы что-то никак не получается это сделать. Наверное, мы еще не придумали. Мы, наверное, просто еще не очень искушены в этой области. Наверное, мы еще немножко подумаем и придумаем, как разделить отрезок на 3 равные части. А потом постепенно стала складываться доказательная геометрия. А именно, на рубеже где-то 200 лет назад было строго доказано, что сделать это нельзя. Ну, представьте, да, что такое? Строго доказано, что сделать нельзя. У вас циркуль, у вас линейка. И вы, в принципе, вот скажем, вас посадили в тюрьму на 20 лет. И вы 20 лет сидите и чертите циркулем и линейкой. Вы никогда не сможете разделить при этом угол на 3 равные части. И это можно строго, абсолютно строго доказать. И вот становление такой науки, как доказательная геометрия, это был очень важный шаг. Но вот я бы на самом деле сказал, что хотелось бы иметь доказательную экономику, ее сейчас нет. Но пока, видимо, ну, так сказать, вот, может быть, я не знаю, может какие-то такие вот мотивы, да, связанные вот с этим переходом. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь их очень внимательно проанализирует и придумает доказательную экономику. Вот. Но вот сегодня мы будем говорить про доказательную геометрию. То есть про некие утверждения, такие, ну, совершенно неочевидные сначала, которые запрещают что-то, запрещают. То есть вы никогда не сделаете того-то и того-то. Вы можете сколько угодно сидеть и пробовать разделить отрезок на 3 равные части. И надо сказать, что до сих пор, до современности, до 21 века, в редакции журналов, на кафедры алгебры разных ведущих университетов, в том числе Московского мехмата МГУ, продолжают приходить письма, где написано, вот там что-то доказали, но это ерунда, потому что вот вам построение. Ну и там
обычно это полная ахинея, но иногда это просто некий заскок в определенном месте. Но то, что это 100%, это всегда ну, невежество. То есть это такое, как, что такое невежество? Невежество — это когда вы почему-то считаете, что вы вот, родились, ну, каким-то совершенно особенным человеком, что вот опыт там, миллиардов людей, которые жили до вас, он для, вам, к вам вообще не относится. Вот, люди пробовали, а вы можете взять и построить. То есть это там какие-то рассуждения такие самонадеянные, иногда целыми кусками есть длинные правильные вещи, потом совершается ошибка, которую человек не видит в силу тех или иных причин, ну и дальше тоже, значит, и вот вам, пожалуйста, на исходе угол разделен на три равные части. Вот. Ну и как-то вот я хочу, я в принципе сегодня не рассчитываю на то, что... на то, что есть какое-то специальное образование, да, то есть я рассказываю для очень широкой аудитории. Поэтому, в частности, на самом деле, настоящим математикам, может быть, будет немножко скучно, но ничего страшного, да. То есть для настоящего математика лекция сегодняшняя может быть уже там 10-15 минут. Вот, но ничего как бы страшного в этом нет. То есть я рассчитываю, грубо говоря, я рассчитываю на школьный уровень, на самом деле. То есть если здесь есть школьники, а здесь есть школьники, то это в первую очередь как бы лекция для них. Вот. Значит, что же можно доказать и какие закономерности вокруг можно пронаблюдать, которые вроде как были совершенно неочевидны, но оказалось, что вот так оно и есть. Ну вот я принес предмет, да, сдутый футбольный мяч, сдутый, чтобы не было желания сейчас нам здесь футбол вместо этого поиграть. Значит, как он устроен? Он сшит из некоторых, ну, многоугольных фигур. Из каких? Кто знает, из каких фигур? Пятиугольники и шестиугольники. Правильно? Значит, сколько в футбольном мяче фигур? Пятиугольников и шестиугольников. Я сейчас спрашиваю, вдруг кто-то просто знает. Может, конечно, сейчас взят и посчитать. Кто читает твои очи? Да-да-да. А, все знают. Ну ладно. Значит, все знают. А что еще в афише написано? Я просто... А, ну да. Хорошо, ладно. Не, ну тут не очень много написано. Тут написано только, что футбольный мяч, вот он, ну это и так видно, что он состоит из 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Ну, они каким-то образом друг друга сбиты. Хорошо. Вот я задаю вам вопрос. Предположим, я хочу сделать вдвое больше футбольный мяч. Вот такой футбольный мяч. Ну, допустим, я хочу играть на Луне в футбол. На Луне, наверное, все должно быть большое, там ворота огромные, да? И мяч на нем тоже очень большой. Вот такой футбольный мяч хочу сделать. Ну, или для великанов хотя бы. Но вот так уж вышло, что в моем арсенале находятся только пятиугольники и шестиугольники. Сколько угодно. Пятиугольников и шестиугольников. Столько, сколько нужно. Просто целый мешок пятиугольников таких вот. И мешочек шестиугольников. И я могу попросить там какую-нибудь милую девушку сшить мяч. Вот такого размера. Вопрос. Сколько будет в этом мяче? Сколько, ну, скажем так, какие комбинации количеств пятиугольников и шестиугольников могут быть в этом мяче. Сейчас я выпишу некоторые комбинации, и я знаю, что здесь есть люди, которые знают правильный ответ. У меня просьба вот этих людей сейчас некоторое время ничего не говорить, тайны не выдавать. Да? Вот. Я сейчас выпишу некоторые комбинации, которые, ну, похожи на правду. Ну, вообще, насколько больше должно быть? Во сколько больше должно быть этих всего фигур? Вот здесь где-то 30 фигур, 32, да? Если двое больше мяч, то сколько фигур должно быть? Одинакового размера фигур. Ну, приблизительно. Они не очень сильно разные, да? Не очень сильно. То есть не сильно разные. Вот сколько примерно будет, когда вы удваиваете? Ну, это такой вопрос к школьникам, да? Сколько примерно? Во сколько раз больше, если вы удваиваете мяч? Никто не знает, кому можно отвечать, кому нельзя, да? Школьникам точно можно. Площадь поверхности мяча от удвоения радиуса учетверяется. Знаете, да, школьники? Что потребуется, ну, в среднем потребуется где-то в 4 раза больше таких фигур. То есть площадь будет в 4 раза больше. Ну, соответственно, где-то в сумме будет нужно примерно 120 фигур. Примерно, я не говорю точно. Но вот сейчас я приведу несколько комбинаций. Некоторые из них, некоторые из этих комбинаций как бы сгодятся, некоторые не сгодятся. И мы проведем, может быть, голосование. Значит, потребуется первый вариант 48 пятиугольников и 80 шестиугольников. Так? Значит, ну то есть понятно, я промасштабировал. Значит, пункт Б. А можно ли вообще выкинуть пятиугольники, оставить там около 120 шестиугольников? Пункт С.
А можно, а вдруг у меня кончились пятиугольники случайно? Вот у меня было 12 и все. И мне приходится остальные там 100 или 108, 110 набирать шестиугольниками, да? Вот. Но я могу выписать еще разные комбинации. Давайте про каждую из них я попытаюсь спросить аудиторию о том, удастся ли сшить футбольный мяч вдвое большего размера из соответствующего материала. Кто считает, что пункт А годится? Поднимите, пожалуйста, руки. Нет, не так. Кто считает, что пункт А не годится? Поднимите руки. Так, значит, остальные считают, что годится. Так, пункт Б. Кто считает, что не годится? Вот такой вариант. Поднимите руки. Так. И, наконец, кто считает, что не сгодится? Вот такой вариант. Тоже поднимите, пожалуйста, руки. Подозреваю, что все-таки информация каким-то образом проникла. Потому что обычно, когда спрашиваешь что-нибудь такое, вот, то голосование, оно не показывает правильного варианта. Ну вот я, например, здесь слишком все математики. Потому что... Все психологи, скорее. Слишком хитрые. Да, я такие же вопросы задал на курсе математики для гуманитариев в университете Дмитрия Пожарского в сентябре. Вот этот вариант был супер популярный. Потому что, ну как? Ну, 4 раза больше мяч. Ну, понятно, там, ну, надо промасштабировать все, да. Вот. Ну и этот вариант тоже был популярный. А вот этот вариант был самый непопулярный. Теорема. Можно сказать, первая теорема доказательной геометрии. Пусть мяч. Футбольный, любого размера. Футбольный мяч. Сшит из пятиугольников и шестиугольников. То есть из двух видов фигур. Причем я не утверждаю ничего про их форму и размер. Это какие-то пятиугольники и шестиугольники, ну, сравнимого размера, это на самом деле не очень важно. Причем правильно сшит, что такое правильно сшит? Правильно сшит. Это означает, что в каждой вершине сходятся три ребра. Для крепкости мяча нужно именно так сшивать. Если у вас четыре, там будут проблемы некоторые. И два тоже запрещено, чтобы в одной вершине ровно два ребра, но это какой-то абсурд. Значит, то есть будем считать, что у нас футбольный мяч вот так локально, да, локально в районе каждой вершины выглядит как вот такой вот знак. Тогда... Независимо от его размера, в нем ровно 12 пятиугольников. То есть вот это запрещено, а это единственный разрешенный вариант. Первая теорема доказательной геометрии, ну, у нас в лекции. Никаких других вариантов быть не может вообще, ни при каких условиях. Вы никогда не сможете шить иначе. И я эту теорему докажу. Я сегодня не очень много теорем докажу, пожалуй, парочку только. А остальные я расскажу. То есть, ну, лекция все-таки популярная, да? В основном я сегодня буду рассказывать, а не доказывать. Но эту теорему я просто возьму и физически вот до конца докажу. Значит, теорему эту нужно отнести, на самом деле... В конец 18 века, где-то 1700, наверное, может, 90, я не знаю точно, это Эйлер. Но он, конечно, ничего не знал, футбольный мяч, да? Но он вывел формулу, вывел закон такой, самый первый закон, связанный с доказательной геометрией, вывел Эйлер. Он ввел характеристику, которая так и называется, Эйлерова характеристика. Которая связана в дальнейшем была с очень многими понятиями и методами в современной чистой математике. Значит, что такое Эйлерова характеристика? Это вот что такое. Возьмем какой-нибудь многогранник. Ну, например, футбольный мяч можно представлять себе как многогранник. Вот это грани, вот это ребра, а это вершинки. Рассмотрим любой многогранник, который вы можете себе представить. Ну, например, вы можете себе представить тетраэдр, да?
И вы можете себе представить куб. А можете себе представить какие-то еще правильные многогранники. А можете представить себе неправильный какой-нибудь многогранник. Например, в Белоруссии недавно был я. Там библиотека национальная выстроена в форме 26-гранника, неправильного, но очень красивого, огромного, там 100 метров, 60, наверное, метров высотой, я не знаю точно сколько. Вот, гигантский, вот такой вот 60 на 60 на 60, да? Вот, такой как объект, там много-много разных видов граней, такие, сякие там. Вот, и он, ну вот, я не знаю, мы ехали на поезде, я представляю себе, какая красота самолета вот это, смотрите. То есть в Минске там, где-то причем на окраине, не вполне в центре, гигантский красуется, гигантский 26-гранник, это на самом деле просто жилой дом, это библиотека, ну не жилой дом, это библиотека, это настоящий дом, в который можно войти там. И вот здесь наверху смотровая площадка, ну вот не удалось попасть. Так вот, давайте рассмотрим любой такой многогранник. А какой многогранник вы не можете представить, я потом вам нарисую. То есть пока рассмотрим любой многогранник, который вам может прийти в голову. Я просто утверждаю, что большинству нормального населения Земли другие многогранники в голову обычно не приходят. Но я потом покажу, как они должны были бы выглядеть, чтобы формула Эйлера не была бы верна. Так вот, что такое формула Эйлера? Она утверждает, что количество вершин минус количество ребер плюс количество граней обязательно равно числу 2. И вот эта жесткость пространственной геометрии, она неизбежна. Это неизбежное свойство. То есть, если вы рассмотрите любой нормальный многогранник, будь то куб, тетраэдр, любой из правильных, или вот такой, или какой, вот как вы сможете, вот берете сферу, грубо говоря, да, сферу, и нарезаете аккуратненько ее как бы на грани, да. То есть тот, который, по сути, представляет собой сферу. Внутри у него что-то, и снаружи что-то, и все. Вот такой многогранник, любой, если вы возьмете его количество вершин, ребер и граней, вы будете сколько угодно будете биться, как рыба об лёд, но вы никогда не получите многогранника, в котором нарушится эта формула. Вот это инвариант. Называется Эйлерова характеристика, вот это V минус R плюс G. И для многогранников сферического типа, я теперь открываю секрет, нормальный многогранник – это многогранник сферического типа, то есть который топологически устроен как сфера. А ненормальный многогранник – это, например, если вы возьмете колесо вашей или чужой машины и его превратите в многогранную фигуру, ну, так сказать, подрезав, вот, будете как-то на ней выписывать какую-то многогранную фигуру, то есть у вас в результате получится как бы, у вас получится колесо то же самое, только такое, как бы многогранное. И вот если вы высчитаете Эйлерову характеристику для этого колеса, то она будет иметь значение, ну, кто скажет, какое? Ноль. Кто сказал ноль? Молодец. Совершенно верно. Вот. То есть, в частности, зачем это было нужно Эйлеру? Сейчас мы это мы на самом деле сейчас докажем. Это не очень трудно. Ну, мы докажем там при некоторой степени наплевательства математическим доказательствам. Зачем это нужно было Эйлеру? Ну, например, вот зачем. Вот перед вами сфера. Вот она, лежит здесь. А вот там на улице стоит машина, и у нее есть колесо. Есть поверхность колеса, которая называется, кстати, тор. Вот есть тор, и вот есть сфера. Визуально ясно, что объекты это разные. Визуально, вот так. Навскидку понятно, что объекты разные. Но хочется уметь это утверждение сделать строгим математическим и доказывать. Это из той же серии, в точности, да. То есть нужно, то, что сейчас вот было сказано, причесать ежа. Это один из способов доказательства того, что эти объекты разные. Один из способов этого доказательства. А я предлагаю сейчас вот другой способ, основанный на формуле Эйлера. Значит, что означает, если они были бы одинаковые? Значит, что я бы мог взять сферу, долго ее как-то мять, выкручивать вот так вот. Причем, может быть, даже выходя за пределы третьего измерения. То есть делать это в других пространствах. Вот в четырехмерном пространстве я могу протащить вот так сферу там через себя вот так, да? Ну, что-то такое сделал, и на выходе получил поверхность тора. И вроде бы, ну, скажем так, вам вроде сначала сразу всем кажется, что это очевидно, что сфера и тор друг друга таким образом не переводятся. Но есть целый ряд примеров, когда очевидность не срабатывает. Есть пример
разных зацеплений, которые вот чудесным образом, тем не менее, растягиваются. То есть в топологии есть целый ряд примеров, когда не работает такая вот простая интуиция. Ну и кроме того, проблема в том, что самые интересные и важные объекты, они трехмерны, да, мы же живем в трехмерном пространстве. И поэтому важно понимать, когда два трехмерных объекта, которые, может быть, являются поверхностями каких-то четырехмерных, которые, ну, это мы уже не знаем, да, но вот мы живем в трехмерном, да, и мы не знаем, что мы являемся поверхностью какого-то четырехмерного объекта. Мы не можем это увидеть, наше все ощущение, оно трехмерное. Но надо уметь понимать, что тот объект, на котором мы живем, и тот, который мы там написали формулами, какой-то другой трехмерный объект, они разные, вот в этом смысле, то есть их нельзя друг друга перевести непрерывным преобразованием. И вот здесь уже никакая интуиция нам не поможет. И с трехмерной ситуацией связана гипотеза Пуанкаре, которую я обещал вам поведать и которую я вам поведаю. Но без доказательств, извините. Значит, вот гипотеза Пуанкаре – это примерно та же самая задача, только которая ставится в трехмерном пространстве для трехмерных объектов. И, или можете так сказать. Вот, допустим, вводится такой как бы паук, да, паук, но мыслящий. Он ползает по поверхности мяча футбольного. И вот он говорит, вот я сейчас на мяче, я ползаю, я ничего не знаю про верх и низ, то есть про то, что надо мной в пространстве, то, что внутри мяча, ничего не знаю. Я знаю, что у меня есть два измерения, и я вижу только их. Я существую двумерное. Вот он бегает и бегает. Ну, как бы, вроде он бегает, может, сколько угодно, для него это бесконечный совершенно объект, да? Он его может бегать, он не может узнать, там, в ту же точку он выполнен, в ту же, ну, или, по крайней мере, там, сразу не может. Особенно, если он очень маленький. Ну, а раньше там были вопросы, земля плоская или не плоская, тоже. Вот. А теперь его взяли и аккуратно пересадили пинцетиком на тор. И он начал бегать по тору. И вот такой вот паук двумерный, он совершенно вам не различит тор и сферу, да? То есть для него, ему требуется какой-то явный, стопроцентный инвариант, который у сферы один, а у тора другой. И вот Эйлер решил эту задачу. Эйлер придумал инвариант, который назвал Эйлером характеристикой. Он состоит в том, что у любого многогранника, нарисованного на сфере, вот это вот выражение равно двум. А у любого многогранника, нарисованного на торе, это выражение равно нулю. Поэтому, если представить себе, что из сферы вот такими всякими выжиманиями, протягиваниями и так далее делается тор, то ясно, что мы сразу приходим к противоречию. Потому что рассмотрите какое-нибудь разбиение сферы, например, вот на, ну, тетрайдер, да, на сфере нарисуйте. И когда вы будете выгибать его там и как-то проводить через себя и так далее, ну, тетрайдер, он останется тетрайдером, он никуда, ну, все равно не денется. Был тетрайдер, стал тетрайдер. И этот тетрайдер теперь будет нарисован на торе. А это противоречит, потому что фигура на торе должна давать вот такой ответ, а фигура на сфере вот такой. Поэтому нельзя. Любой многогранник здесь имеет значение 2, любой многогранник здесь имеет значение 0. Тем самым тор и сфера не эквиваленты друг другу, они не перевозят друг друга непрерывным преобразованием. Это одно из доказательств. Ну, осталось что сделать? Осталось доказать эту формулу. И немножко объяснить, потому что какие многогранники мы разрешаем? Ответ. Мы разрешаем такие многогранники, у которых грани, они в топологическом смысле тривиальны. Они в топологическом смысле, их можно превратить в обычный круг. Ну, там, чуть-чуть изогнув, там, подрихтовав границу, сделать обычным кругом. Вот такие, чтобы у него была, соответственно, граница. Вот такие многогранники мы рассматриваем, чтобы все грани были такого типа. И вот для таких многогранников будет верна такая формула. Доказательство на самом деле очень простое. Доказательство следующее. Допустим, у вас есть какая-то большая фигура, вот вы начинаете считать, что там у нее происходит с вот этим выражением v минус r плюс g. Так вот, упрощайте ее шаг за шагом. Например, что произойдет с выражением v минус r плюс g, если я сотру вот это вот ребро? Ничего, правда? Вершины я не убирал. Ребра на единицу меньше, грани на единицу меньше. Компенсировалось. Поэтому, значит, я снимаю ребро за ребром. В какой-то момент что у меня окажется? Вот в какой-то один момент, последний, когда из вершины торчит ровно одно ребро, не до этого, а ровно в этот момент, при убирании ребра уже грань не исчезнет, но исчезнет вершина.
То есть при удалении любого ребра исчезает либо грань, либо вершина. Вот когда у вас осталось ребро, которое висит вот так на палочке, просто вершинка на палочке висит, и вот здесь одна грань, все. Если удалил, грань осталась гранью, но зато исчезла вершина вместе с ребром. Но если вершина исчезла вместе с ребром, то опять эта разность не изменилась никак. Поэтому эта разность – инвариант. Она не изменяется от того, что вы из нее что-то там меняете, вырезаете и так далее. Давайте упрощать до конца. До чего мы придем, в конце концов? Что у нас возникнет? Что у нас возникнет в качестве фигуры? К чему мы можем прийти? Вот немножко как бы такого геометрического воображения говорит вам о том, что вы на самом деле придете к фигуре, которая есть просто нарисованный на сфере какой-то многоугольник, у которого есть, соответственно, вот эта грань, как бы, да, и да, задняя грань, и все. А для этой фигуры все ясно, потому что у многоугольника количество вершин и ребер одинаковое всегда. И еще две грани, да, и вот вам, пожалуйста, эти плюс два. А вот для тора вы не туда придете, когда вы будете вырезать. Самая простая фигура, которая будет удовлетворять тому требованию, что грани должны быть тривиальные, вот такие, она будет стоять в том, что у вас есть одна вершина, одно ребрышко вокруг нее вот так, одно ребрышко вокруг нее вот так, и ровно одна грань. Вся остальная территория является тривиальной одной гранью. Это как бы разрез, если вы разрежете тор вот так и вот так, вы просто превратите его в квадрат. Это обычная схема, как сделать тор. Вот так сделать, а потом вот так сделать. Вот. С моим списком дел от этого ничего не произойдет, потому что хуже не бывает. То есть, если вы разрезаете тор, то же самое, вы превратите это в квадрат. Поэтому у вас одна грань, у вас одна вершина и два ребра на торе. И вот вам, пожалуйста, 1 минус 2 плюс 1, и оно равно нулю. Поэтому Эйлерова характеристика действует. Но на самом деле Эйлер также рассказал про то, что есть еще целый ряд фигур, у которых соответствующее количество вот таких вот, как бы, вмятин, да? Ну вот вторая бублик. Вот здесь будет V минус R плюс G равно минус 2. Когда вот две такие, как бы, вы между собой поженили два тора. То есть вырезали у каждого тора по... Что-то в этом неприятно медицинское есть. В общем, вы взяли два тора, отрезали у каждого кружок, и вот так приставили их к этому кружку. Вот. И тогда у вас возникла такая фигура, тем самым. Вот. И это вот результат спаривания, скажем так, двух торов. Крендель. Не было. V минус R плюс G равно минус 2 будет. И далее будет так далее. Минус 4, минус 6, минус 8 и так далее. Если вы будете дальше все к ним, так сказать, припаривать еще торы. А больше двух может быть? Больше двух не может быть. А нечетное тоже не может быть. Теорема. Теорема. Я, в принципе, она несложная, но я ее не буду заниматься доказательствами. Теорема такая. Рассмотрим любую плоскую поверхность. В трехмерном пространстве, на самом деле это не важно. Рассмотрим, давайте для простоты. Да? Рассмотрим любую плоскую поверхность в трехмерном пространстве, у которой нет края. То есть, грубо говоря, по которой вот этот паук будет ползать, ничего не понимая, где он находится. Если бы я, например, вырезал здесь зияющую дыру, то он подполз бы и сказал: «Ой, блин!» Вот. Вот нужно, чтобы не было таких дыр. То есть фигура без края в любой точке окрестность является обычным кружком. Такие фигуры называются двумерное многообразие. Двумерное многообразие без края. Рассмотрим любую фигуру, у которой в любой точке окрестность – это обычный круг. При этом она будет требование такое, чтобы она была при этом компактным, замкнутым множеством. И еще одно важное требование состоит в том, что она должна быть, это требование уже важное только в больших размерностях. Если в трехмерном, то вы просто не сможете его не соблюсти. Требование такое: паук, если он по ней идет куда-то, ходит, он никогда не окажется с задней стороны от нее. То есть она делит пространство на внутренность и внешность. На две части. Вот вы всегда, если вы с внешней стороны, то вы и остаетесь с внешней. Лента Мёбиуса всегда... Да, лента Мёбиуса не годится. Это свойство называется ориентируемость поверхности. Ориентируемость поверхности. Вот. И
Соответственно, мы ее требуем. То есть рассмотрим ориентируемую, двумерную, компактную поверхность без края. Тогда это либо сфера, либо тор, либо объект с большим количеством вот таких вот дырочек. Эти объекты называются сферы с ручками. Сферы с ручками. Сфера с одной ручкой, сфера с двумя ручками, сфера с тремя ручками. Вот, ну там хулиганы на мехмате МГУ, конечно, тут же переименовали это неприличным образом. Еще во времена, когда мой папа учился на мехмате, уже говорили не сфера с ручкой, а что-то другое с ручкой, чтобы не было произносить слух. Так что теорема классификации состоит в том, что другого нет. Вот. Ну, давайте я покажу, как на листе Мёбиуса. Ну, не знаю, может, каждый из вас знает, да? А может и нет. Лист Мёбиуса — это когда вы эту самую, вы как бы вот неправильным образом склеили ленту бумаги. Вы ее перекрутили один раз, а потом склеили. У вас была ленточка бумаги? Надо было, конечно, взять. Потому что вот из этого уже трудно склеить лист Мёбиуса. Я, наверное, порву просто ее в результате. Ну, в общем, вот вполне можете себе представить такую маленькую ленточку, да? Вот такую тонкую ленту маленькой ширины. Галстук. Вот так, а потом берете, вон, можешь снять галстук и склеить. Ты единственный в галстуке в зале. Вот. И потом вы разрезаете вот так, переворачиваете аккуратно и склеиваете. И вот. И вот для паука уже, видите, какая ситуация. Вот он бежал, вот туда прибежал, с той стороны оказался. То есть он только что был вот с этой стороны, а потом раз, и он оказался с той. Есть много красивых задач по элементарной топологии. Например, что будет, если вы ленту Мёбиуса разрежете по средней линии? Кто не может представить, советую прямо дома взять и провести этот эксперимент. Будет очень прикольно. Ну, а мы про другое. Значит, это классификация, еще эйлерская, видимо, судя по всему, классификация всех поверхностей. Так, ну вот спустя 100 лет, пожалуй, что-то как раз мы уже вышли на гипотезу Пуанкаре. То пора ее и озвучить. Спустя 100 лет был задан вопрос о том, верна ли подобная классификация для трехмерных многообразий. То есть для нас с вами, вот мы с вами живем, мы можем ходить в трех, ну, перпендикулярных друг друга измерениях, да, наше пространство трехмерно. Мы можем куда угодно ходить, летать на самолетах, кораблях космических, и мы можем каким-то образом испытать, ну, вот нашу вот эту зону, посчитать какие-то характеристики, вот сколько здесь вершин, сколько здесь ребер, двумерных граней, трехмерных кусков. И таким образом пытаться понять, что же в целом, вот в объеме, представляет собой наша Вселенная. И здесь возникает такой вопрос. Ну, вот как бы, что, какие факты мы могли бы про нее проверить экспериментально? Ну, например, то, что вы не можете по ней походить таким образом, чтобы вернуться зеркальным своим отражением. Вот вы взяли корабль, куда-то полетели, далеко-далеко в другие созвездия, летали, вернулись, и вдруг вы обнаружили, что у вас сердце справа, и что вы вообще являетесь своим зеркальным образом. Вот когда вы в зеркало смотрите, да, человек, у него там ваша правая рука, это его левая, правда, да? То есть если вы там напишете какое-нибудь слово вот здесь, у вас слово на правой руке написано, а у того, кто в зеркале, оно написано на левой руке. Вот, и вот как бы экспериментально вроде бы такого никто никогда не сделал, поэтому можно предположить, что наше пространство ориентируемо. Значит, итак, попробуем написать свойства, ну как бы свойства нашего пространства. Ну, нашего или не нашего, на самом деле физикам виднее. Я вот сейчас могу сейчас сказать, что это имеет отношение к физике, но физики могут меня поправить, что не самое прямое, допустим. Ну вот, будем считать, что это только для наглядности, иллюстративный материал. Значит, итак, наше пространство, оно, во-первых, трехмерно. Это я уже объяснил, что такое, все отлично понимают это. Б. Ориентируемо, то есть нельзя прийти к своему антиподу. В. Оно без края. Где вы видели край? Вы видели где-нибудь край? Чтобы вы подобрались куда-то, и там бездна разверзалась, да? Ну, вроде никто края не видел. Значит, наверное, оно без края. Б. Вот тут некая тонкость.
По крайней мере, можно было бы вполне себе представить, что оно компактно. То есть, ну, грубо говоря, что оно на самом деле не бесконечно, что Вселенная, она ограничена. Вы куда-то посылаете луч, оно в конце концов с другой стороны вернется. Здесь есть, вот у меня лично, я не знаю, какой сейчас консенсус, Юр, ты знаешь, какой сейчас консенсус на эту тему? Среди физиков, что вот есть такое или нет, что она... Ну, по крайней мере, по-моему, так, ну, одна из гипотез такая есть, что Вселенная на самом деле конечна. Вот, то есть, тем самым, вот, как бы в объемлющем нас четырехмерном пространстве это некий конечный кусок. Ну вот так же, как здесь. То есть Тор, он в двумерном смысле, он и без края, потому что любая точка имеет окрестность, похожую на круг. Но с другой стороны, вот во всем этом трехмерном пространстве он компактный множество. Вот так же и мы. Только мы в четырехмерном пространстве, соответственно, то же самое. Если бы мы могли выйти в четырехмерное, мы бы видели некую скрученную какую-то трехмерную поверхность, да? Сфера еще проще. А? Сфера еще проще. Ну да, сфера, конечно, еще проще. То есть вот паук, он живет здесь, и для него края нигде нет, нигде нет выреза, да? Но этот объект, вот он компактный объект. Вот. Он весь внутри, вот, как бы, конечной территории находится. И то же самое здесь. Вот мы, если мы поверим на секунду, что оно компактно, то останется самый сложный пункт, который надо объяснить немножко. Вот все эти слова уже я объяснил. Последний пункт называется «односвязно». Односвязно. Это не просто связано. Это не то, что из любой точки можно пройти в любую. Но это, кстати, я тоже предполагаю. Связано. То есть связанный кусок. Но это я даже не буду выносить в АБ, в ЭГД. Вот. Односвязно. Но сейчас я покажу вам на примере. Возьмите ниточку, обычную ниточку, и оберните вокруг Тора, то есть вокруг машинного колеса, и заверните здесь в узелок. Утверждение, экспериментальное утверждение, которое как бы в топологии, ну, при правильном определении того, что такое Тор, да, при правильном определении всех входящих понятий, может быть доказано. Но человеку нормальному, без всякой топологии, очевидно, что после того, как вы это сделали, вы эту ниточку, не разрывая, уже с Тора никуда не денете. Все, вот она, даже если вы не приклеивали ее, вы просто обернули его, развязали узел и оставили. Вот этот кружок, он у вас как сидит на этом Торе, он так и будет сидеть. Вы можете с шиной делать что угодно, кидаться ею там, что угодно делать. Вот эта веревка останется там, она будет болтаться вокруг вот так своей оси, но она не спадет с Тора, да? Понятно. Так вот, это свойство, которое я сейчас сказал, это отрицание односвязности. То есть это наличие хотя бы одной кривой линии, которую непрерывными преобразованиями нельзя стянуть в точку. Ну так, ту-ду-ду-ду-дум, и все. И совершенно ясно, что сфера свойством односвязности обладает. То есть если вы как угодно на нее без приклеивания повяжете этот самый ниточку, ну, берете аккуратненько раз ниточку в точку, и все. И снимаете. Все готово. То есть сфера односвязна, Тор не односвязан. Все остальные фигуры тоже не односвязны. Вот. Вот тут можно вот такие надевать. И вот последнее свойство нашего пространства – односвязность. Я не знаю, честно говоря, опять же, что говорят физики про это, верно это или нет. Но давайте предположим, что это действительно тоже как-то можно проверить. Вот в этих условиях вопрос, что такое наше пространство. То есть мы проверили 5 свойств нашего пространства. Трехмерно ориентируемо, без края, компактно односвязно. Гипотеза Пуанкаре. Типа 1900 или что-то такое. Отсюда следует, что мы есть граница четырехмерного шара. Ну, то есть, мы описываем все уравнения x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат равно единице. То есть мы являемся просто четырехмерной сферой. Границей четырехмерного шара. То есть мы – это вот это вот множество всех четверок, множество точек четырехмерного пространства, в которых выполнено это соотношение. Вот это и есть гипотеза Пуанкаре. Когда в 2002 году Перельман ее доказал, спустя ровно 100 лет или там 100 с небольшим, Григорий Перельман ее доказал и получил за это Филдсовскую премию, отказался от нее. В общем, всю историю я рассказывать не буду, все ее знают. Но я расскажу другое, то, что не знают.
А я помню. Я помню, как сейчас, как днем. Как я пришел, значит, пришел там из университета, откуда-то, я не помню, откуда тогда я пришел. И папа очень долго ржал. Сидел и ржал. Говорит, смотри, газета «Известия». Открываем газету «Известия». Там написано. Великую гипотезу Пуанкаре доказал великий, значит, наш математик Григорий Перельман. Гипотеза Пуанкаре состоит в том, что сфера односвязана. Что сфера, вот эта сфера, ну трехмерная, не это, неважно, все равно это очевидно, да? Что она односвязана, что это 100 лет не могли доказать, да? Что сфера односвязана. Не 100 лет не могли доказать, а руководство газеты, центральной российской газеты «Известия» не удосужилось позвонить ни одному работающему математику. Перед тем, как поместить статью во всенародный обзор. Вот. Ну вот, вот такая, такая история была. Я просто вам лично, вот я просто лично видел, как это вот написано в газете. «Известия», не какой-нибудь там, не знаю, «Вестник», не знаю чего, «Бирюлёва» западного, а «Известия». Вот. Вот так. Но надо знать, что гипотеза Пуанкаре стоит не в этом. Гипотеза Пуанкаре стоит в том, что если есть трехмерное многообразие, обладающее этими 5 свойствами, то оно является трехмерной сферой. Четырехмерной сферой. Ну, четырехмерной. Тут есть некоторая путаница. Дело в том, что сфера вот эта лежит в четырехмерном пространстве, но как многообразие является трехмерной. Потому что здесь силен один параметр. Поэтому локально в окрестности каждой точки это трехмерный объект, такой же, как наше пространство. Вот. Ну, или можно так сказать. Это граница четырехмерного шара. Все, вот в чем заключается гипотеза Пуанкаре. И действительно, ее в 2002 году доказал великий наш математик, соотечественник Григорий Перельман. Так, но мы вернемся к вот этому. Мы еще не доказали вот эту теорему. И сейчас ее докажем. Совершенно формально. После того, что мы сейчас с вами проговорили, это можно сделать буквально в 2 операции. Итак. Какой бы футбольный мяч ни был, и как бы он ни был сшит из пятиугольников, из шестиугольников, он удовлетворяет вот этому стертому мною равенству. V-R+G равно 2. Правильно? Отлично. Обозначим за x число пятиугольников. За y число шестиугольников. И напишем уравнение относительно x и y. Итак, сколько граней у полученной фигуры? Не правда ли? X плюс y, правда? Сколько пятиугольник плюс сколько шестиугольник? Так? Ну, лоскутков. Сколько лоскутков, столько граней. Сколько ребер у рассматриваемой фигуры? Ну, немножко сложнее задача, на самом деле, да? Но не правда ли, у каждого пятиугольника ровно 5 ребер, а у каждого шестиугольника ровно 6? И? Поделить? Ребра? Да, ребра на 2, правда? То есть, столько ребер у, грубо говоря, у лоскутков. Вот у лоскутков было столько ребер. А как сшили, каждое ребро, ну, в количестве уполовинилось, да? То есть, да, ну, просто взял, вот 2 ребра было, вот одно. Поэтому делить на 2. Школьникам понятно, да? Я думаю, школьнику первым понятно, да? Так, значит, и наконец, до грани ребра вершин сколько? Ну? На 3, то же самое поделить на 3, правда? Потому что тоже... Так у многоугольников, у них всех одинаковое количество ребер и вершин. Так уж повелось, да? Но по правилу футбольного мяча делить надо на 3. Каждая вершина, в ней стыкаются 3 грани. То есть она получена из 3 лоскутков, как бы, да? 1 из 3. Поэтому надо делить на 3. Так, и вот теперь я записываю. Записываю вершин 5х плюс 6у на 3, да? Минус ребер 5х плюс 6у пополам, да? Плюс грани плюс x плюс y. Должно быть равно 2.
По закону Эйлера, по формуле Эйлера. С большим удовольствием я замечаю, что игреки уходят вообще. Потому что 6у на 3 это 2у, 6у на 2 это 3у, 2у минус 3у плюс у. Правда? И это нам как бы, это же прекрасно, потому что раз игреки ушли, значит осталось одно уравнение с одним неизвестным. Было одно уравнение с двумя неизвестными, а стало одно уравнение с одним неизвестным. А именно уравнение 5х на 3 минус 5х на 2 плюс х равняется 2. Ну вот, ну например, можно умножить на 6, да? Умножим на 6, все. Тогда 10х минус 15х плюс 6х равно 12. Х равно 12. Все. Теорема доказана. Первая теорема доказательной геометрии полностью доказана. Футбольный мяч, любой, абсолютно любой, какой бы ни был, сколько бы в нем ни было шестиугольников и пятиугольников, в нем обязательно 15 пятиугольников. Иными словами, можно вот так, можно даже вот так, 0 шестиугольников. Но вот это константа, которую вы не измените. Вы никогда не совершите футбольный мяч из иного числа пятиугольников. Вот никуда вы не денетесь от этого удивительного факта. Мне как-то показали фотографию там в каких-то нанокнижках, фотографию страшного какого-то огромного объекта, по-моему, он называется что-то такое фуллерен какой-то, большой-большой, Бакминстер фуллерен, по-моему, называется. Огромный объект, просто чудовищного размера, который, если на него так навскидку посмотреть, состоит из шестиугольников. А все вот эти вот грани маленькие, а сам объект безумного размера. И он состоит вроде из шестиугольников. И когда я это рассказывал, он говорит, как? Что за фигня? Не-не-не-не-не, вот, не знаю, вот, пожалуйста, фотографию в интернете. В нем шестиугольники только, в нем нет пятиугольников. Я подумал, неужто они его сильно изогнули? Он там как бы не весь круг, там не весь шар, там срезано немножко вот, скажем, может быть, вот посюда, то есть три четверти шара стоит вот так, а три четверти в земле. Ну как можно сделать? Можно сделать здесь шестиугольники, а здесь с диким изгибом как бы все пятиугольники там должны были быть. Но это очень трудно. Ну, это бы никакой красоты бы здесь не было. Вот, но я взял увеличительное стекло и показал, вот вот он. Вот здесь один пятиугольник, потом так да-да-да-да-да, вот с той стороны, вот тут вот видно пятиугольник, там где вот видно, что они так вот, видно, что в этом месте какая-то, ну вот с этой фигурой, да, вот ее изгибали, да, плоскость, да, покрывается шестиугольниками. Но когда начинаешь ее изгибать, появляются вот эти места, в которые нужно ставить пятиугольники для исполнения картины. Я говорю, вот раз, вот два, вот три, на самом деле их было там столько, сколько надо, то есть их было не 12, а вот, ну, где-то типа штук 7 было. То есть один сверху, шесть вот так вот. Ну и остальные как бы, да, под землей должны были быть. Вот, так что это закон, который незыблемый, его с ним ничего нельзя сделать, с этим законом. Вот вопрос. Да. Если вы мяч будете постоянно увеличивать, то ну, с ростом 4-6-угольники, 12-5-угольники друг относительно друга будут менять свое расположение, или они как-то более-менее будут сохранять это? Вот это вопрос только к тому, насколько ты хочешь, чтобы он был круглый как бы. То есть можно вполне, чтобы они оставались примерно в одном месте, но тогда он будет такой ужасно перекореженный. Если ты хочешь, чтобы он был именно мячом хорошим, то на самом деле они довольно равномерно должны быть раскинуты. То есть, вот как в этом фуллерении. Они будут сохранять свой фуллерен. Да, в принципе, примерно да. То есть немножко их можно будет подвигать, но если ты начинаешь сильно их в одну сторону все скидывать, то остальная территория начинает быть очень сильно такой неприятной, такой вот как бы все изломанной, искривленной и так далее. Вот. Более того, Вот такой совершенно нормально выглядит. Я видел такие мячи. Я видел детские мячи, стоящие только из пятиугольников. 12 штучек. Аккуратно друг к другу приложены такой маленький мяч. Только пятиугольники, ни одного шестиугольника. А 110 это можно число? Да нет, просто я сказал, что в сумме было 30, должно быть 120. 109 можно? Ничего. По-моему, ну, я, ты знаешь, вот сейчас я так точно не скажу, мне кажется, что да. То есть, что операция вшивания нового шестиугольника делается безболезненно. То есть я бы сказал да. Я бы сказал да. Без 100% гарантии, но скажу да. Что можно просто задать любое количество шестиугольников и их повставлять внутрь пятиугольников. Если я здесь соврал, то камера меня простит. Левая. Правая не знаю. Так, ну вот. Значит, это
Что касается фигур компактных. Но с этой задачей на самом деле, с этой задачей связана еще интересная проблема, а именно замощение плоскости самой. Она неожиданным образом связана тоже с формулой Эйлера. То есть это такое как бы неожиданное продолжение задачи замощения. В укладках и замощениях. Сейчас я все сотру. Формула Эйлера давайте все-таки помнить. Представьте себе пока, что вы зашли, что вы, господи, не дай бог, что вы занимаетесь там ремонтом, да, или строительством. Представьте себе это. И вот вы пришли в магазин, где продается плитка. Одна плитка. Но в очень большом количестве. Вот, привет. Значит, плитка однотипная лежит. Ну вот, например, там какая-нибудь. Лежит какая-то звезда. И вам говорят, вот супер паркет. Вот, из этих звезд там вы себе построите супер паркет. Вы приносите домой. И что-то у вас ничего не выходит, у вас они не срастаются. Вы возвращаете и говорите, вы знаете, ваш паркет не годится. Он пол не замещает вообще пол. То есть эта плитка не подходит. Он говорит, как же так? Ну вот математическая теорема на то есть. Что же делали такую плитку и не посмотрели на теорему. Но вот на самом деле есть теоремы математические о том, какие плитки могут встречаться в паркетах, а какие не могут. Ну давайте немножко про это поговорим. Например, если паркет треугольный, то какие плитки могут, а какие не могут встречаться в паркете? Любые. Потому что из любого треугольника можно создать параллелограмму, приложив. Да, давайте считать, что можно переворачивать. То есть не то, что... Более трудной задачей была бы такая, в которой у паркета снизу шершавость, а сверху глянцевость. А это такой, вот он весь глянцевый, да. Вот для простоты, для математической простоты он весь глянцевый. Хотя есть и вторая задача, есть ряд задач, связанных с таким паркетом. Ну вот, так вот, если у вас есть любой треугольник, какой бы у вас ни был треугольник, вы можете перевернуть его, сделать его параллелограммой, правда? Параллелограммы, очевидно, замощают вам, понятно, да, это самое? Замощают вам без проблем всю плоскость, вот. Будем считать, что у вас огромный пол, там, бесконечный размер, то есть нулевых эффектов нет, плинтусов нет, есть бесконечный пол. Вот. И вы его замощаете. Тогда понятно, что любым треугольником замостить можно. То есть плитка может иметь любой треугольный вид. Вопрос, а что с четырехугольными видами? Какие четырехугольные виды возможны для замощения плоскости? Выпуклые. Да? Так, давайте попробуем. Вот у нас есть выпуклый самый, да? Вот. Конечно. На самом деле да. На самом деле да. То есть там его тоже там как-то так переворачивают. Вот так что ли, да, он перевернется. Из него возникнет такой 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестиугольник, да? Симметричного вида. То есть, плохо сделал. Вот если так его перевернуть, там, он должен быть симметричным, конечно. Маленькая граница. Получается, вот так. Вот. Так вот, из выпуклого четырехугольника строится параллелограмм. Строится шестиугольный параллелограмм. Но это значит шестиугольник с параллельными попарно противоположными сторонами. А вот такими объектами можно замостить плоскости. Всегда. Вот так вот вы сюда вот дальше начинаете. В общем, предлагаю всем понять, что это возможно. Что вот так сюда, вы замостите всю плоскость. Поэтому любой выпуклый четырехугольник годится. А не выпуклый. Вы знаете, вы, наверное, кто-то из вас может удивиться. Вот я, например, удивился, когда осознал когда-то давно, что не выпуклый тоже годятся. Все, абсолютно все. Любой невыпуклый четырехугольник прекрасно годится для создания такого же
Вот такой же колбасой все можно замастить, тоже сдвигаете эту колбасу, да, она как бы вот... Ну, в общем, наоборот, вверх. Вот. Да, вверх, вниз. Сюда надо вставить. Да, это самое. Сейчас я пытаюсь понять, кого туда вставить надо. Ну, переместить вправо, вниз. В общем, сюда точно можно переместить, да? Вправо, вниз. Вот. Да? Вот. А вот дальше как? Дальше, по-моему, нам как-то надо вот на этом сыграть, вот на этом. Что-то вот такое. По-моему, чуть-чуть подвис надо. Мне кажется, что вот собственно, вот так. Что-то такое. Но так или иначе, можно. Любым четырехугольником, что выполнил, что не выполнил. А вот беда начинается с пяти. Сцена равно 5. Сцена равно 5. Ну, например, правильным пятиугольником замостить плоскость нельзя. Я хочу проверить. Ну, поднимите руку, кто это понимает. Кто понимает, что нельзя замостить? Что-то не так, да, будет? Ну, что конкретно не так? А угол не делится у него, 360 не делится на угол в вершине. Правда? У него вот этот угол равен там чему-то типа 108. А всего 360, 360 на 108 не делится, и вы не уложите, просто ну, целое число углов не уложите, вот уже вот здесь. Четырехугольниками. Ну да, да, четырехугольниками, пожалуйста. Ну там, если у вас есть некоторое количество пятиугольников, некоторое четырехугольников, это другое дело. А вот если у вас есть только такая плитка, вот вы должны замостить одинаковую плитку. Допустим, вам жена сказала, делай что хочешь, но только паркет должен стоять из абсолютно одинаковой геометрической плитки. Ну такая геометрическая жена, да? Симметричная жена. Она говорит, не нужна плитка, обязательно только состоящая из одинаковых фигур. Вот вы идете и пытаетесь раздобыть такую плитку. Вот. Не то чтобы сказать, ну ты иди сама и выберешь. А вот у вас там есть желание, другие день рождения. Вот придете. И вот у вас задача, да? Ну вот такие пятиугольники не годятся. Если вам сказать, жена скажет, ах, милый, как мне хотелось, чтобы наш пол был заслан правильными пятиугольниками. Скажи, знаешь, дорогая, вот это видала, ничего не выйдет таким образом. Но некоторыми пятиугольниками замостить плоскость можно. Например, такой домик. Берем квадрат и сверху к нему крышу рисуем, ну, какую-то там крышу. В принципе, совершенно не важно, какого вида. И вот так, значит, таким пятиугольником без проблем. Вот так сверху будет, да, надо сидеть. Вы видите, да, без проблем, все замощается. Вот. Что-то типа кремлевской стены какая-то картина. Вот. То есть, есть для пятиугольников. Первое, что мы обнаружили интересное, это то, что существуют пятиугольники, в том числе этот самый правильный, которыми нельзя заместить плоскость. Но также существуют и теми, которыми можно. Те, которыми можно. Поэтому здесь вопрос тонкий. Если вы встречаете некоторый пятиугольник, то вопрос, а им можно замостить плоскость или нет? Этот вопрос сложнейший математический вопрос. Просто невероятно сложно. Я сегодня перед лекцией решил проконсультироваться с одним большим специалистом в области укладок. И спросил Сережу Маркелову. Я говорю, Сережа, вот тебе подают на вход пятиугольник. Ты можешь сказать, им можно замостить плоскость или нет? Он говорит, а история вопроса очень длинная. Несколько лет назад, лет 15 назад, по-моему, или 10, было известно доказательство того, что есть ровно 8 видов пятиугольников, которыми можно замостить плоскость, а всеми остальными нельзя. И доказательства это много раз проверили, но потом вдруг обнаружилось, что там есть еще один 9-й вид, которым тоже можно замостить плоскость. И выяснилось, что ну вот, доказательство трудное, там очень много тождеств каких-то проверяется, там геометрических соотношений между синусами, ну понимаете, да, что там надо проверять задачу. И вот там пропустили чего-то. Но вот 9, потом стало 11. Ну вот, как он сказал, он мне сказал так, на сегодня существует строжайшее доказательство того, что их ровно 14 видов. Но после того, как оно 5 раз пересматривалось, 5 раз, уже никто не верит на 100% в том, что это действительно конец. То есть проверить никто не может, это огромные вычисления, гигантские и очень большие проверки.
И, ну, если даже кто может, ему как бы не все поверят. Нужно, чтобы много народу поверил, убедился. Вот, говорит, может быть, там через год вылезет еще один 15-й вид. То есть на нашей с ним памяти, вот как мы закончили там какие-то вузы, и мы вот, ну, у каждого там своя судьба, вот это вот число увеличивалось и увеличивалось. Вот, количество видов пятиугольников, которыми можно замостить плоскость. Но это только выпуклыми. А не выпуклый пятиугольник, там 29 на данный момент видов невыпуклых пятиугольников, которыми можно замостить плоскость, и нет доказательства того, что исчерпывающий список. Поэтому для некоторых подаваемых на вход пятиугольников неизвестно, можно ли ими замостить плоскость. А что значит вид пятиугольника? Это очень правильный вопрос. Вид – это некоторое соотношение. Значит, да, чтобы сказать, что такое вид, надо объяснить вот что. Пятиугольник, вот его форма, да, вот, грубо говоря, рассмотрим пространство всех пятиугольников. Это некоторое многомерное пространство. Ну, там чего нужно задать? Там нужно задать длины сторон и углы, но там некоторое соотношение было, да, то есть, грубо говоря, там 10 чисел и пара соотношений между ними. То есть, ну, типа восьмимерное, ну, грубо говоря, я, может быть, сейчас ошибся, но многомерное пространство, типа восьмимерное пространство всех фигур. Так вот, если вы наугад возьмете пятиугольник, вот так вот, грубо говоря, на множестве полной меры в этом пространстве, замостить не удастся. То есть случайным пятиугольником, вот так, в физическом плане, если ты случайно вырежешь пятиугольник из бумаги, то им нельзя замостить плоскость. Вот это доказано. То есть только специальными видами для некоторых соотношений, вот дополнительные соотношения, пишешь там синус этого угла плюс синус этого плюс этого, там равен чему-то. Вот тогда можно. И вот вид – это вот это соотношение. То есть есть некие классы. Иногда они даже пересекаются, вот один и тот же. Но так как это страты как бы уже меньшей размерности на единицу, то вот, соответственно, мы говорим о видах. Вот. То есть это как бы задача по алгебрической геометрии. В общем, что можно сказать про пятиугольники еще, чтобы совсем добить уважаемую аудиторию? Не только неизвестно, какими невыпуклыми пятиугольниками можно, а какими нельзя. То есть не только существуют пятиугольники, про которые ничего не известно. Но неизвестен также факт следующий. Неизвестен, открытым является следующий вопрос. Существует ли вообще алгоритм, в который можно поставить пятиугольник и на выходе получить ответ? То есть это вопрос из теории... Ну, из теории построения алгоритмов, да, теории сложности, там, или чего-то такого, даже не сложности, а просто. Просто из математической логики. Открытым является вопрос существования конечного алгоритма, который дает ответ на этот вопрос. То есть, может быть, когда-нибудь встанет ученый и скажет, я утверждаю, что не существует в природе никакого алгоритма, никакой длины, да, который мог бы сказать по данному пятиугольнику, замощается ли им плоскость. И еще в копилку. Значит, если мы разрешим паркет из двух пятиугольников, то уже есть пример вот из двух разных пятиугольников. Только двух видов. Есть такой пример, когда замощение существует, но только не периодическое. То есть можно строго доказать, что данными двумя пятиугольниками, комбинируя их как-то там, можно замостить всю плоскость. Но при этом группа симметрии этой картины равна числу Е, да? В смысле, одному элементу. Тождественное преобразование. Нет ни одного преобразования плоскости, которое бы эту картину перевело в себя. Полное отсутствие каких-либо симметрий, а периодическое замощение. Вот, вот такая как бы интересная... Просто это наблюдение, это самые последние годы, на самом деле. Это все не очень давно. Ну, может быть, не каждый из этих результатов, но многие эти результаты – это самые последние годы. До сих пор открытым является вопрос такой. Существует ли пятиугольник, обладающий тем свойством, что с помощью него можно сделать паркет одного, как раньше, что с помощью него можно сделать паркет, но только не периодическим образом? Вот этот вопрос открыт. Еще самое главное, скажу. Но? То, что преобразование Фурьера... Так это, этого периодического замещения, за исключением множества мер и нур, совпадает с преобразованием Фурье, невозможно отличить от периодического. А я этого факта даже не знаю. Ты мне сейчас его сообщаешь. Я этого не знаю. То есть если не знать теорему, что нельзя замостить. А ты знаешь, да, эту теорию? Да. Я сейчас не погрешил, да, против истины в предыдущих утверждениях? Я знаю факт.
Круто. Нет, я такой факт не знал. То есть по интегральным характеристикам нельзя, да, отличить паркет, кстати, по деталям смотреть, а смотреть по интегральным характеристикам его невозможно будет отличить. Да. Ну это вот это я не знал просто. Вот видите, то есть тут такие загадки вообще, да? Такие загадки прячутся. И главное, что эта наука, вот она живет, она очень живая, она каждый год какие-то новые. Там есть еще понятие дробного замощения, отрицательного замощения, да, рационального замощения. Вот эти все, это все, что нужно еще развивать. То есть, может быть, на там, пространстве замощений, там какие-нибудь лабораторные операции будут введены, и все будет понятно когда-нибудь. То есть чувствуется, что здесь еще не до, ну, как бы не... Алгебраисты еще туда не входили вот, на полную мощность. Вот. Здесь доказательная геометрия еще не очень работает. А, хорошо, ну с пятиугольниками ладно. Шестиугольники. Ну вот про шестиугольники все известно. Известно три вида. Вообще, произвольным шестиугольником тоже нельзя заниматься. Но есть три класса, которыми можно. И там вроде бы все доказано. А, ну и понятно, что в этот класс входит наш прекрасный, необычный, правильный шестиугольник. Да? Правильным шестиугольником можно замостить плоскость. Следующий вопрос. Какими семиугольниками можно замостить плоскость? Здесь надо чуть-чуть подкорректировать. Мы не разрешаем замощение вот такого вида. То есть, когда, грубо говоря, когда в одной вершине, да, в одной вершине у нас сошлось ровно два многоугольника. Для невыпуклых фигур это важно. Для выпуклых это невозможно, а для невыпуклых это важно. То есть разрешается только, чтобы в каждой вершине сходилось три или больше ребер. Тогда возникает вопрос, какими семиугольниками можно замостить плоскость? Ответ. Вторая теорема доказательной геометрии. Не существует никакого многоугольника, n больше или равно 7 вершинами, которым можно замостить плоскость. Вот так. Не существует вообще никакого. То есть вся теория замощения — это на самом деле теория очень маленьких фигур. А никаких других не может быть. То есть никаким семиугольником вообще не обвинится. Доказательства. Я вообще-то, вот, когда я рассказывал это гуманитариям, я не справился с доказательством. Но здесь я вижу, во-первых, много физиков, которые вообще сразу поймут все. И во-вторых, много сильных математиков, которые ходили и на голова, и вообще. Поэтому здесь я его проведу. На самом деле доказательство чрезвычайно, в общем-то, оно чрезвычайно простое. Просто в нем есть такие как бы идеи, связанные с бесконечностью. И гуманитариям они очень трудно даются. То есть для гуманитария понятие бесконечности — это что-то очень трудное. Ну вот, предельный переход, там, бесконечность. Вот. А для нас чего? Ну, что для нас бесконечность? Господи, да мы с ней на «ты» с самого детства, правильно все? Итак, доказательство проводится от противного. Предположим, что существует n-угольник, которым можно n... Нет, давайте... Можно k, ладно, друзья? n будет другое сейчас обозначать. k-угольник, экземплярами которого можно замостить плоскость. Значит, ну такой вот k-угольник, где k больше или равно 7. Значит, вот его как-то там... И вот замостили всю плоскость. Тогда выделим очень большой кусок плоскости. А именно примерно n на n, где n — число значительно большее размера нашего k-угольника, вот этого диаметра, да, диаметр d. Возьмем, скажем, n равно, ну, грубо говоря, 1000 d, я думаю, нам вполне хватит. Может быть, миллион, если нам не хватит 1000. То есть очень большую территорию. Ну и теперь мы как бы под микроскопом видим, что она вот замощена, да, по предположению, которое мы приводим к противоречию. Мы видим, что эта фигура, она вся замощена, вот она везде, здесь и там. Давайте посмотрим на границу этой фигуры и спросим себя.
вот в районе границы, там, плюс-минус D от границы, вот этот диаметр многоугольника, ну, или там, может быть, 2D, но D достаточно, в этой вот зоне. Сколько примерно многоугольников туда попадет или хотя бы ее коснется? 4N, да? Ну, порядок, ну, короче, ну, в общем, там, ну, короче, меньше, чем 10N. Достаточно вполне этого. Вот. Теперь смотрим, сколько всего здесь этих фигур. Ну, порядок константы на n квадрат, правда? Порядок константы на n квадрат. Потому что площадь каждого из них равна некоторой константе, да, на d квадрат. Мы взяли в n раз большую фигуру, площадь ее, соответственно, равна там n делить на d в квадрате, это n раз делить на d квадрат. То есть это n квадрат таких фигур. Так вот. Теперь рассмотрим под микроскопом, что здесь происходит. Здесь происходит стык двух, ой, стык трех, четырех, пяти или так далее ребер. И каждая из вот этих вот стыкующих у нее k ребер и k вершин. Согласны? Тогда делаем следующее. Вот это все вырезаем нафиг вообще. Вот все, что вне вот этого квадрата n на n, лишаем всякого замощения, выкидываем все остальное, да? И закручиваем аккуратненько в сферу. Представляете, да, себе такое? Ну, пол, потом раз, там, там где-то далеко в сферу. И там вот на сфере одна всего, один такой, один n, там n угольник, где n. Ну, чем ограничено число n? Количество сторон и вершин у этого треугольника на сфере. Чем оно ограничено? Ну, примерно количеством 4n тоже, правда? Примерно. Умножить на k. Ну, там 4nk. Ну, то есть тоже как, примерно там какая-то там 4nk, ну, в общем, не больше. А k здесь константа, потому что это количество этих самых. Поэтому здесь опять вот это все величины порядка n. У нас пока только одно было порядка n квадрат, все остальное было порядка n. Вот. То есть у того последний, у этого последнего многоугольника, который нашу сферу замостил, то есть, грубо говоря, смотрите, как мы сделали. Вот наш футбольный мяч. Вот это вот территория n на n, и она плотно-плотно-плотно забита k-угольничками. Плотно-плотно-плотно. А вот это всего одна, ровно одна, просто один, ну, один многоугольник, который вот так выложен с примерно там 4kn ребрами. Понятно, да, какая картина? И теперь применяем формулу Эйлера. Применяем формулу Эйлера для этой фигуры. То есть мы это все положили теперь на огромную сферу. Но для огромной сферы верна формула V минус R плюс G. Для этого надо примерно оценить V, R и G. А 4nk-то еще? Что такое еще? Значит, 4nk – это количество, оценка количества углов или, соответственно, ребер у огромного последнего, у последней грани вот этой фигуры. И замечание стоит в том, что оно пропорционально n, но не n квадрат. Так оно прилично сворачивается в тор, а не в сфер. Прилично в тор свернуть, это совершенно не важно, потому что все, что мы будем использовать, это, извините, v минус r плюс g примерно равно нулю. Не правда ли? Потому что там плюс 2, там минус 2, это при том, что у нас фигуры там по порядку n квадрат здесь все идет. То есть нам формула Эйлера нужна только вот в этом плане, поэтому можно было все спокойно свернуть в тор, действительно, вместо этого. Но суть не в том, а в том, что просто аккуратно посчитать, что теперь происходит. Значит, вершин равно n квадрат, ну давайте вот эту константу. Вот пусть я, ну, я не знаю, могу, конечно, написать здесь c, но, ну, хорошо, c. c, n квадрат, на что? У каждого k вершин, да? Делить на что? На среднее количество стыкующихся ребер. На среднее число ребер в вершине. Так вот. Я хочу его оценить тем, что вот это количество, оно не меньше, чем 3. Поэтому, если на него поделить, получится не больше, чем это деленное на 3. То есть оценка количества ребер состоит вот в этом.
Вот это вот единственный трудный код здесь. Понятен, да? То есть я взял все вершины всех K-угольников, которые здесь живут. Цен квадрат K-угольников, каждого K-вершин. И это были все вершины до скринки. После этого я посмотрел, каждая из них сколько раз учтена. Каждая из них учтена либо 3, либо 4, либо 5 раз. То есть вершин не больше, чем если все они учтены 3 раза. Ребер. Тут просто точное равенство. Кто мне скажет, какое? Сэм квадрат К делить ровно на 2. Потому что каждое ребро является ровно, оно ровно с двух сторон. Ну и тут все с точностью до вот этого вот границы, да, то есть я смотрю на внутренность. С точностью до границы, это все равно с точностью до n, да, пропорциональности n. Вот. А эти формулы вот такие, как я написал. И граней, соответственно, сколько у нас было? Ну, c n квадрат и было, да? Вот. Видите, c n квадрат у нас на самом деле вынесает. Значит, теперь мы пишем, что v минус r плюс g примерно равно нулю. А, значит, v минус r плюс g, которое меньше или равно, значит, 0, да, примерно равно вот этому выражению, оно, в свою очередь, меньше или равно c n квадрат, скобка открывается, k на 3 минус k пополам плюс 1. Верно? К на 3 минус К пополам плюс 1. К на 3 минус К пополам плюс 1. То есть получается, что 1 минус К пополам плюс К на 3 больше или равно 0. Это уравнение на К. Подставляем число 7. 1 минус 7 вторых плюс 7 третьих. 1 минус 7 вторых плюс 7 третьих равняется 6 минус 21 плюс 14 делить на 3 равно минус 1 треть. А не проще просто играть? Конечно, проще. Конечно, проще. Просто представим себе, что, может быть, здесь есть человек, который вот хочет пощупать это. Да? Вот семиугольник не годится уже, все. И понятно, что и остальные тоже не годятся, потому что они только ухудшают это равенство. Поэтому получается следующее, что вот это все оценки с точностью до n. Но когда мы, грубо говоря, когда мы тут напишем вот это выражение v минус r плюс g плюс o большое от n маленькое, да, в смысле от n без степени, равно нулю, поделим на n квадрат. Вот здесь будет вот это число, а здесь уже то, что стремится к нулю. Поэтому в пределе мы получаем, что неравенство просто ровно вот такое. Все. Это неравенство означает, что многоугольники, которыми можно уложить плоскость, должны быть k-угольниками, удовлетворяющими вот этому неравенству. То есть 3, 4, 5 и 6. Других вариантов не существует. Не бывает никаких ковров, которые бы сложные. То есть из этого следует, что нельзя, например, 6 и 7 угольниками тоже. Да, уже следует. А вот 5 и 7 можно. Но 5 и 8 тоже нельзя. Сколько. 5 ты можешь много напихать, 5, а 8 иногда. То есть здесь уже как бы, здесь вопрос, да, что 6 и 7, как бы, если ты очень редко 7 куда-то там пихаешь, тоже как бы можно, но это уже вот тонко, да, то есть, ну, чтобы плотность семиугольников стремилась к нулю на параллели. В таком случае. То есть один раз пихнуть, ну, можно, наверное, второй раз тебе тоже простят, третий раз где-то очень далеко надо пихать. Вот. То есть в статистическом смысле, если у тебя в основном шестиугольники, то больше никаких нет. Да. Какая-нибудь штука типа бесконечности берется по спирали, как-то раскидывается. Это считается вообще? Так это доказательство без разницы, периодически. Да, здесь ничего нет, никакой периодичности. То есть здесь как угодно ты кидал, главное, чтобы одна и та же фигура. На самом деле, точное утверждение, доказанное в этой сфере, следующее. Если семиугольники, пусть даже разные, но равномерно ограничены в следующем смысле слова. Все они вписаны в некоторый один и тот же круг,
И все они внутри себя способны поместить некоторый другой круг. Понятно, да? То есть есть два круга, один маленький-маленький, другой большой-большой. Так вот, что все рассматриваемые на семиугольники или восьмиугольники и так далее содержат маленький и содержатся в большом. Вот этого достаточно, чтобы утверждать, что нельзя заместить. А вот если нет, там уже можно. Там, собственно, вот знаменитая теория это, геометрия Лобачевского, там дает примеры шикарные, когда вся дрянь выходит на границы. То есть внутри вот много-много угольник. У этого каждого вырастает еще там сильно-сильно больше угольник, такая бахрома вырастает, бахрома из огромного количества вершин и ребер. То есть нарушается свойство, что большинство вершин и ребер лежит внутри. Оказывается, что для любой территории большая часть вершин и ребер лежит снаружи. Тогда, пожалуйста, да, тогда можно уместить. Вот. Так, можно конструктивный вопрос? Можно, но я не отвечу. Вот мы берем калейдоскоп, как бы из семи зеркал, и смотрим на него. Что у нас фактически получается? А, ну это да, это, то есть отражать. Ну это то, отражать, да. В калейдоскоп, если мы треугольник калейдоскоп возьмем, мы увидим замощение. Что мы увидим в семиугольник калейдоскоп? Перекрученную какую-то дрянь, страшно. Видимо. Но это такой конструктивно, неконструктивный ответ. Не знаю, да, не знаю, что увидим. Но на самом деле с этими вот зеркалами связаны задачи. Вот я тут как-то... Есть еще целый ряд интересных задач. Я думаю, что я сильно утомлять-то не буду. Сейчас сколько времени? И уже про узлы, наверное, не буду начинать даже рассказывать. Просто хочу сказать, что есть еще одна знаменитая задача, стоящая, возможно, с самых древних времен, которую решили совсем недавно. Вот это одна задача, Ебойцу Пуанкаре. А другая такая. Вот у вас есть веревка, и вы завязываете узел. Но предварительно перекручиваете ее, бог знает как. Вот, например, у вас была зарядка от мобильника в маленькой дамской сумочке. Вы вынимаете, а там такой вот ужасный вермишель из этой зарядки, вот так вот. Видели такое, да, в жизни? Вот такая страшная вермишель, невозможно ее распутать. Но вот в этот момент вы берете и замыкаете зарядку в себя же. Вот это называется узел. То есть это... Вложение, непрерывное вложение окружности в R3, без самопересечений, да, вот, но при этом с, вот с какими угодно вот заузливанием. Так вот, задача в том, какие узлы разные, а какие одинаковые. То есть, какие вот такие вот рисуночки в пространстве можно перетягивая друг друга перетянуть, а какие сделать нельзя. За это тоже отвечают определенные инварианты. И в этой теории я слышал от одного человека, но это не подтвердилось в интернете нигде, я попытался потом найти в интернете, но не смог подтвердить, что задача об узлах стоит еще со времен пирата Дрейка, что на его корабле жил один пират, который в какой-то момент полностью ушел с головой в математику и стал решать задачу о том, какие бывают узлы разные, какие одинаковые. Он написал трактат об узлах, где было 200 видов узлов, и он сказал, что, ну, видимо, для того, чтобы сказать, какие из них реально одинаковые, какие пары одинаковые, уже нужен какой-нибудь математик, надо будет в Англии типа проконсультироваться, когда он будет. Ну, консультацию пришлось ждать 400 лет. Узлы развязали, значит, это тоже торжество Советской Математической Школы. Виктор Анатольевич Васильев, Максим Концевич и в Питере Гусарев, кажется, фамилия. В общем, это три человека, они построили систему инвариантов узлов. Ну, либо полностью все развязали, либо почти полностью. То есть совершили решающий прорыв в этой теории на моих глазах. То есть, когда я в 97-м, кажется, году пришел там в какой-то момент в независимый университет, я выяснил, что вот там произошло то, что узловая в 7-м или, может быть, в 6-м. Ну, в общем, в том районе. Где-то примерно 20 лет назад это началось, и в какой-то момент было объявлено, что, в общем, теория построена. То есть... Теория инвариантов узлов родилась просто на наших глазах. Вот когда я поступал на МИХМАТ, ее не было, а потом она была. То же самое случилось с теоремой Ферма. Когда я поступал на МИХМАТ, она еще была гипотезой, а в 95-м, когда я закончил МИХМАТ, она была теоремой. То есть математика, я, так сказать, постепенно перехожу к завершению, хотя я еще думал, честно говоря, думал еще рассказать про игру в 15, бильярды, задачи на построение, проблемы четырех красок.
и хроматические числа. Но, наверное, просто, ну, еще когда-нибудь. Вот тут вот, тут говорят, тут мысли такие, что надо поездить по области, поприглашать народ на матфак. Ну, как надо приглашать? Надо приглашать с помощью лекции, конечно. Ну, вот это вот тут дальнейший материал можно для таких лекций оставить. Вот. Но завершая, я хочу сказать, что математика в 20 веке совершила такую революцию, по сравнению с которой, ну, как бы вообще ничего, никакие революции ни в каких других областях не идут даже ни в какое сравнение. То есть это вот как бы было просто вот то, что было в начале 20 века и то, что происходит в 21-м, в начале 21-го, где мы сейчас с вами живем. Это просто вот ядерная бомба. Ну, может быть, это да, вот так же, как вот физика выдумала ядерную бомбу и прилетела в космос. Вот, на ней. Вот так же здесь как бы были решены целый ряд совершенно великих старинных проблем. Но еще целый ряд пока стоит. И в математике все равно, так или иначе, настоящая мотивация для того, чтобы ею заниматься, состоит в том, чтобы... Ну, как бы, что вот есть вот эти маяки, которые висят, да, нерешенные задачи. Вот. И как-то вот разобраться в том, что же там такого сложного, хотя бы если не доказать, понятно, что на всех не хватит задач великих. Вот. Ну, по крайней мере, как-то вот понять, да, в чем собака зовет, почему же это так сложно. Почему все иные проблемы такие сложные. Вот. Ну, вот так вот. Вот. Это, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать. Ну, это типа для тех, кто... Ну, тут на самом деле все математики в основном, и физики. То есть это для школьников это просто приглашение в математику. То есть, понимаете, вот либо вы здесь будете заниматься вот такими интересными вещами, либо вы пойдете в банк и будете обманывать людей. Сейчас у вас ровно. Вот на самом деле, по сути, ну, выбор вот такой. Получается, век такой трудный, да? Так что вот, смотрите, выбирайте, да? Выбирайте. Какие вопросы, может, есть? Нету. Все понятно, да? С перспективами. Если взять пространство времени, то есть четвертым параметром опять добавить время. Да. Вот как раз я знаю, что есть целые там рассуждения о том, вот как это связано с гипотезой Панкаре. Но лично я не помню, не могу сейчас сказать. Это надо просто подобрать интернет, посмотреть. Какая связь с этим? Безусловно, вот что примерно пространство, в котором мы живем. Пространство время. Там какие-то объекты возникают. В общем, для этого надо знать физику. Я честно скажу, что я не знаю физики, и это меня очень сильно тяготит. То есть я в жесткой форме, теперь вот все, я уже защитился, это я свалил. Теперь можно спокойно заниматься физикой. То есть узнавать, ну, физику. Это, конечно, обязательно для общего образования никак без физики не деться. Ну, да. Это как без Пушкина, считай. Еще какие-нибудь вопросы? Нету, да? Ну тогда всем это, как сказать, с Новым годом всех! С Новым годом наступающим!